Всем привет! Сегодня будем играть в Zepeta. Я не понимаю, что это за игра. Ну ладно. Я новичок, кстати, в Zepeta. Ладно. Я не понимаю, что это за игра. Сейчас как-нибудь себе сама буду объяснять. Так. Ну вот, куда дальше идти? Что здесь делать надо? Здесь ракушка? А, за мной эта ракушка бегает. Ну ладно. Бегает. Ну, может тут встать или... А, ну, мне стрелочка показывает, куда идти. Ага. Мне ракушки надо собирать, или что делать мне? Мне, правда, ракушки... Да, мне ракушки надо собирать. И что с этими ракушками делать? Кстати, не говорите, что почему у меня такой ужасный скин, потому что я сказала, что я новичок Zepeta. Давайте пойдем. Надеюсь, вы меня слышите, потому что я очень тихо разговариваю. Куда дальше? Извините, пожалуйста, я не знаю. А здесь животного покупать надо. А сколько мне? А, ну что делать? Попробуйте длинное нажатие. Принять. Все, теперь у меня два. Второй телефон. Ой, недостаточно. Скучная игра. Я не люблю Zepeta, но я скачала, потому что видела своей сестры и решила попробовать. У меня аватар не очень красивенький. Я знаю. Я все здесь понимаю в Zepeta, конечно. Но стойте, я не понимаю, как играть вот эту игру. Ну, я делаю так, что могу. Без хейта. Надо потом еще комментарий отключить. Ой, что? А, это здесь надо мне что, питомца? А, мне надо, чтобы за мной вот эти какашки хотели. Это что? Ой, ну ладно. Почему он зовет меня туда? Ой. Недостаточно раковины. Русский, учите, пожалуйста, Zepeta. Недостаточно раковин. Недостаточно раковин. Боже мой. Что? Ой, короче. Игра так себе. Что сказать? Не норм. Недостаточно раковин. А зачем зовешь меня сюда? А? Не понимаю, что он говорит. То зовет, то говорит нет. Да чё вы за мной ходите-то? На тебе. Извините, конечно, но где стрелки? А вот. Давайте всех полупаем вот так вот. Ещё будем тебя собирать. Они ракушки забирают или мне показалось? Не, мне не кажется, не рак, не собирает. Что это надо? Это что? Ужас. Я ничего не прочитала. Ну, я вот такая, что? Что вы мне сделаете? Что это? Вперед. Ой. Вам что, так наплевать на ее? Россия. У меня земов нету, извините. И надо мне вот такие штучки собрать, да? Ну, а. Или я забрала, или они взяли.
описание за стула, да, ничего не понимаю. Я не понимаю описание, то есть ничего, то есть нет. Почему у меня Лера не получается написать, я сама не знаю. Ладно, что такое править? Ой. Жемчужный помощник для погибки. Да-да-да, ничего не прочитала. Ой, боже мой. Вообще не похож на Роблокс. И мне вот так вот 3 часа собирать, да? Давайте я выключу камеру, а тут что-то как-то нехорошо. И потом, когда я соберу, я вам покажу. Ой. Ладно, давайте. Раз. Я, короче, не смогла закрыть, потому что у меня что-то попало здесь. Не попалось. Зачем я открыла? Ладно, давайте. Давайте на него нажимать, и мы начнем. Короче, вот сколько я смогла собрать. Ну, это еще для меня мало. А, это не мало. Все, для меня это не мало. Это мало. Ладно, все собрала. Не говорите, почему я себя Лера назвала. Не настоящее имя. Прямо начинать. Ладно. А где другие? Почему я здесь одна? Извините. Не, ну здесь много людей. Почему я одна, блин? Это, извиняюсь, самочек. Не удержалась. Вот. В камне сказала вас застрять. Я же повелительница ваша. Все, пошлите. Знаю, никто. Что это? Ага, они в камне сидят. Не можно идти, да? Уф, опять они. Давайте вот так. Раз и два. И... Не говорите, почему я танцую. Ну, вот что это? Извините, конечно. Но... Я спокойствие. Это спокойствие. Ну... Боже, что это за танец был? А это что? Писаться. Не, Все, я... Ой, я сделала, ну ладно. Ну, короче, Кто я? Ну, а почему меня спрашивают, что... Эй, попробуй догони меня. Что ты хочешь? Ай-я. А здесь... Ребята, я забыла, как я писать буду, покажи мне. Это не человек, да? Держись подальше, нет, блин. Не буду. Не дразни меня и попробуй, так они меня. То не дразни меня и попробуй, так они меня. Так, боже мой.
Трэш. Посмотрите, уже... Мне хватает, да, или что мне делать надо? Бесплатно что-то. А почему мне эта ракушка? Мне надоело. Чё? Можно я отойду? Ну, короче, я сейчас это оценю. От 1 до 10. Ну, эта игра очень дразнительная, но я знаю ее настоящее имя. Играешь, ничего в ум не получаешь. Уф, боже мой. А почему? Давайте сейчас я соберу вот это, и я оценю потом эту игру. Вот эти сети. Не за пэта оценю, а вот эту игру за пэта. Не достала уже, это не в сети, или что там написано. А, они мне помогают. Спасибо. В кавычках. Куда идти? Мама. Все, я теперь не новичок. Не знаю. Я, наверное, еще новичок, наверное. Ну, где пета, да. Всё, видите, меня поздравили. Кто-нибудь? Ничего. Держись подальше. Ой. И что мне надоело, знаете? Знаете, я что собираю, чтобы вот это 3000 пойти куда-то там? Там или деньги, или что надо? По-моему, ракушки там надо. Мне достали вот эти штуки. Кстати, держись подальше, не дрожли меня. Да. Ладно, вы идите подальше. Я здесь собираю вроде бы. Что это? Я, короче, ничего не делала, мне просто зашла и сделала себе. Ой, зайди ты. Все, мы собрали, и я оценяю эту игру. Давайте мы пойдем туда и с вами попрощаемся. Всем пока. Я вас... Вот это не читать. Я вас люблю.